А что это за такие интересные предметы? А это реквизит для нашего нового видео. А маяк символизирует Слово Божие? Да, а корабль – душу, стремящуюся к Богу. Этот корабль, он символизирует новый ковчег, нашу Церковь Христову, в котором когда-то избранный Богом праведный Ной со своей семьей среди бури всемирного потопа и дождя, заливающего землю, дождался тишины, штиля, солнца. И когда на борт этого корабля сел голубь с посленичной ветви, символизирующей приближение земли, а то есть для нас Царствие Божие. Твой корабль в темных пространствах грозного моря затих. Безумные волны, как здесь остаться? Как здесь остаться в живых? Ты ищешь свет маяка, вот-вот поглотят тебя волны, но словно чья-то рука держит тебя, и ты не утонешь. А я восхожу по ступеням, чтобы зажечь свет маяка. Черные носятся по морю тени, но тебя держит чья-то рука. Прожектор зажжен, и ты видишь цели. Твой корабль минует скалы, и маяк возвышается в церкви. И вовсе исчезла усталость. Ты видишь свет, и стихии растают, как будто бы не было шторма, и птицы счастливой стаи. Твой взгляд устремленный запомнит, а я восхожу по ступеням, чтобы зажечь свет маяка. Черные носятся по морю тени, но тебя держит чья-то рука. Схожу по ступеням, чтобы зажечь свет маяка. Черные носятся по морю тени, но тебя держит чья-то рука.